Блин, все же Porsche это самая лучшая моя тачка. Офигенный салон. Вот этот экранчик, спидометр, руль. Ну просто самая лучшая. Ай! Машина. А, ты что, дурак, блин, зачем ты сбил собаку? Так, Пёсель, куда? Куда поехал? Стой ты! О, шлепок, ребят, смотрите, на черной тачке. Пёсель, господи, миленький, родненький, ты что? Так, ребята, ну-ка, что с ним такое, что с ним? Так, ребята, стойте, он двигается. Он дышит, ребят. Так, все с ним будет хорошо, я надеюсь на это. Так, ребят, давайте его быстренько, короче, быстро в Porsche надо отвезти его в больницу скорее. Всем привет, ребята, с вами, как обычно, Паша Влазин, и, ребята, это капец какой-то, вы вообще видели, что было? Какой-то ушлепок на машине сбил собачку! Ребят, я просто взял, не растерялся и побежал спасать ее! И сейчас, ребята, жду больше часа возле больницы! Я капец как волнуюсь за нее, ребята, вообще реально, просто поставьте лайк этому видео! Мне так ее жалко стало, это просто жесть! Я уже испугался, то, что она... того, блин, ну вроде как дышит. И, кстати, ребят, а напишите вы в комментариях, как бы вы поступили на моем месте. Взяли бы эту собачку и помогли бы ей, или же просто прошли мимо. Короче, пишите снизу, будет интересно почитать. Блин, ну, ай, господи, сколько можно там, блин, ее лечить? Так, ребят, все, я побежал к ней, потому что, ребят, мне очень сильно уже интересно, что с ней стало. Так, ребят, заходим мы. О, доктор, здравствуйте, я сегодня вам привозил собаку, ну, что с ней? Так, вы за хаски, да, я так понимаю? Да, я, с ней все же будет хорошо, да? Ну, я бы сказал, что с ней и так уже все хорошо. Вы отделались мелким испугом и небольшой царапиной. Все замечательно. Фу, слава богу. Так, а где она сейчас? Она сейчас в палате. Вы можете ее уже забрать. Мы сделали прививки. В принципе, все с ней хорошо. Да, можете ее забирать. А, извините, но это не моя собака. Я просто увидел на улице, как ее чуть не задавили. Вот и привез ее к вам. Ну, в таком случае вы можете отвезти ее. Откуда взяли? Ну, ладно. Так, блин, кто мне позвонил-то, ё-моё? Антон, так, не сейчас, блин, не Антон, не до тебя. Так, ну, ладно, все, спасибо, доктор, ветеринар. Ну, ветеринар, да, все, до свидания, спасибо. Так, ну-ка, где собачка? Так, мне сказали в этой палате и... Пёсель, иди сюда, ты маленький, смотри, ты как новенький. Тихо. Ты чё падаешь? Давай вставай. Ты чё? Не падай так! Ты, блин, это только после операции или что там тебе делали? Давай, погнали! Давай, ты нормально идешь. Давай, всё, побежали, короче, домой! Блин, может тебя оставить? Ладно, короче, давай, Пёсель, давай, беги за мной! Ребят, ну слушайте, это реально самая крутая собачка! Она такая беленькая, красивенькая! Так, ну-ка, выйдет, не выйдет, да, выходи, давай! Все, давай, иди ко мне! Сейчас, ребята, блин, а машину, ну... Стой, подожди, дай я хотя бы тебе открою, блин, двери, ё-моё! Ты ж фиг залезь, ладно! Давай, залезай! Я, ребят, сажусь, так, ну-ка, о, давай залезай! Так, ну-ка, как ты сел? О, нифига, ты сразу на заднее сел! Нифига ты, малыш, блин, реально прикольный! Ладно, давай, поехали, короче! Слушай, ну ты вот реально какой-то очень такой красивый, блин, прикольный. Ты знаешь, это на волка похож. Блин, как я прям. Ребят, может его лучше оставить себе? Как вы думаете? Ну ладно, пока не знаю. Но вот вести тебя обратно я точно не собираюсь. А то мало ли что, тебя опять задавят. Блин, не дай бог. Ладно, поехали домой. Надеюсь, пацаны будут не против. И, кстати, как тебя зовут-то, блин? Так, ну вот ошейника у тебя вроде как нету. Капец, ребята, его... А, у тебя же даже еще имени нету. Ёшкин Матрёшкин. Так, как бы тебя назвать? Может... Лайк или Рекс или... А, ты похож на серую кнопку подписки. Хотя, ну блин, это банально слишком. О, точно, подписчики, вы же у меня самые умные и оригинальные. Реально, ребятки, давайте поможем мне вместе. Пожалуйста, помогите придумать имя этому крутому пёселю. Волку, блин, а то у меня что-то очень плохо с фантазией. И давайте, ребята, вы в комментариях предложите свои имена этой собачке. И то имя, которое мне понравится, я...
закреплю в комментариях. Да, друзья, вот-вот прям вот будете на самом верху комментариев сидеть, блин, и никогда оттуда не слезете. Короче, ребята, пишем свои имена в комментариях этому песелю, и то имя, которое мне понравится, я, ребята, его закреплю в комментариях и дам этой собачке. А пока что, ну, это будет просто песель или собачка, не знаю. Короче, вот так вот. И... ё-моё, опять Антон звонит, да? О, боже мой, ладно, сейчас, ребят, я подъеду к Антону, он там что-то очень сильно что-то хочет от меня. Ну и, ребят, как раз-таки мы уже подъезжаем к нам домой. Блин, я надеюсь, что пацаны будут рады, то, что у нас появился новый, как бы, это, питомец, новый песель, короче. И, ребята, думаю, вы тоже. Так, давай, песель, выходи из машины, ты... О, чего ты? Двери умеешь открывать? Нифига ты жесткий, ребята, это еще песель какой-то суперспособностями. Ладно, давай, иди ко мне, давай, маленький-маленький песель. Кстати, ребят, напоминаю, не забывайте писать его имя в комментариях. Ну, реально, мне кажется, ты будешь лайком или... Ну, хотя не, ребят, давайте вы придумайте название, а я, ребята, выберу уже. Так, ладно, песель, давай, за мной побежали. Поднимаемся, смотри, это твой новый дом, точнее, твой новый подъезд. Так, давай, открывай дверь, так, ну-ка, тебе может подержать. Давай, 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 о, молодец. Смотри, это твой дом. А, кстати, Антон! Ты где? Антон! Антон, я хочу познакомить тебя с новым жителем этой квартиры. Так, ну, конечно, пока у него нету имени, но скоро будет... кстати, ребят, не забывайте писать в комментариях. Эй! Антон! Ты где? Блин, ребята, звонил мне несколько раз. Эй, Антоха! Антон! Так, блин, а где Антон-то? Я чуть не понял. Эй, Антон! А, вот. Паша, ты пришел! Да-да, я пришел, Антон. Че у тебя случилось? Ты, блин, это... Че мне так звонил несколько раз? Ты че телефон не берешь у нас, если эта ситуация, блин, тут произошла? А, в смысле? Да, блин, я собаку спасал. Ты, так, рассказывай, что там случилось у тебя? Пока спасал свою собаку, у нас Леха пропал. А, в смысле пропал? Почему? Я не вот понял. Не знаю, он не берет телефон, не отвечает там в ВК. Пропал реально как будто. Так, да чё ты волнуешься, скоро приедет. Наверное, там ламбу тестируют где-нибудь или прокачивают ее, может, для нашей второй гонки. А что случилось? А, да в смысле? Да, ничего не случилось. Ты чё, Лёха у нас сильный, умный. Тем более у него РПГ есть. Он от любого уйдет, ну, и любого уничтожит. Да. Ты чё? Ну, да, в принципе, да. А, стоп, а что за собака в доме? А, ну, это вот наш пёсель. Пока что у него нету имени, но подписчики думают, короче, они, ну, об имени в комментариях. Ну, смотри, он на волка же похож, он офигенный, не, блин. Он похож на серую кнопку подписаться. А, ну, я, кстати, об этом тоже думал. О, кстати, ребят, насчет кнопок подписаться. Так, Антон, я сейчас, ты пока с ним поигрался, поиграйся, а я тут кое-что хочу сказать подписчикам. Короче, ребята, до моего дня рождения осталось 17 дней. И мне будет приятно, если вы нажмете на кнопку подписаться. Потому что я бы хотел на свой день рождения увидеть цифру в 1,5 миллиона человек. Так что, ребята, если вам не сложно, то, пожалуйста, подпишитесь на мой канал. Если вы еще не подписаны, то, пожалуйста, ну, блин, ну сделайте вы эту красную кнопочку подписаться. Серый, ну что вам это составит труда или... Ой, даже вот видите, песель это ко мне подошел, блин. Наверное, хочет тоже попросить, чтобы вы поставили лайк. Ой. Трется меня. Ну, ребят, ну реально, ну хотя бы за собачку, ну, пожалуйста, поставьте лайк. Видите, она намекает вам на то, что уже стоит подписаться на канал Фейзина. Пожалуйста, ребят, мне будет очень приятно. Так, ладно, я так понял, ты хочешь есть? Давай, погнали за мной, короче, пойдем, купим тебе самый лучший корм. Все, ребята, отправляемся в магазин. Интересно, а какое имя подписчики предложат в комментариях для тебя? Может, серая молния или там снежный вихрь? Реально! Блин, и, ребят, если что, придумаю вместе имя для нашего пёселя. Так что пишем в комментариях и пишем имя, короче, блин, ну реально Лёхи очень... до сих пор нету! Ты чё так пугаешь? Как нету, блин? Он же должен быть да дома вот уже. Так вот, он обычно в это время уже был дома и монтировал ролик. Так, ну слушай, тогда, ну а на телефон также не отвечает? Да или? Не отвечаю, он нигде. О, боже мой, ну-ка. Так, ладно, песель, оставайся тут, а ты давай собирай вещи, мы едем в полицейский участок искать Лёху. Давай быстрее. Слушай, Антон, да куда он мог вообще пропасть? Это ж просто жесть какая-то, блин. Может, я не знаю. Может, он куда-то уехал, это просто жесть. Так, ну-ка, полицейский. О, полицейский участок еще работает. Так, давай, давай, короче, быстрее. Паркуемся. Смотри, какой у нас план? Ты идешь писать заявление на пропажу человека, а я иду искать записи с камер города. Смотреть, куда Леха мог вообще поехать. Все, давай. Ты, главное, там, ну, напиши то, что это Леха Джел. Так, все, ребят, давайте быстрее. Так, ну-ка. Так, куда? Так, извините, а куда надо идти, чтобы посмотреть камеры это города? Право, кабинет там есть. Ага, все, спасибо. Так, здравствуйте. Извините, пожалуйста, а можно же у вас по номерам машину пробить и узнать, куда она поехала последний раз?
Добрый вечер. Ну, конечно, можно. А что случилось-то? Да у нас друг пропал. Мы хотим его как-нибудь найти. Там, может, по машине как-то можно. Так, ладно, сейчас поможем. Так, а скажите номер машины вашего друга. Номер машины, ну, Джел, точно, Джел. Английскими там буквами. Так, Джел. Так, а Ламборгини Авентадор фиолетового цвета, ваш же друг, да? Да, а где он был последний раз, можете сказать? Да, конечно, так, последний раз. Так, по данным, в 6 вечера камера засекла машину по дороге в Палето-Бэй. Вроде в старую заброшенную деревню. А что, какую деревню? Ну, старая там заброшенная такая, знаете, справа там еще обрыв такой, бой. Ладно, спасибо. Стоп, это не может быть, стоп, зачем Леха вообще туда поехал? Это какой-то капец, это реально какой-то... Антон, ты узнал, где он был последний раз-то? Да, Антон, это капец, он был в деревне заброшенной. Какой деревне? Да, помнишь, блин, последний ролик 24 часа челлендж на кладбище? Вот он в ту деревню поехал, быстрей за ним! В смысле? Блин, а зачем он вообще в эту деревню попёрся? Я вообще не понимаю. Я сам не знаю. О, боже мой, так ладно, ребят, давайте газуем быстрее. Такое главное тут не поцарапать Порш. Так что давайте. А если его монстр забрал? Монстр, да. Да нет, мы же всех убили, блин, в прошлой части. Вы чё? Нет, ну не может быть. А где он тогда? Да я не знаю. Так давай выходим. Так, у тебя есть фонарик? Я тебе давал. Да, сейчас найду. Всё. Лёха! Лёх! Так, где он может быть? Ну-ка, может тут что-то? Так, Лёха, алло! Так, вроде как тут ничего нету, блин, ну-ка, может он... Может он здесь? Алло, Лёха! Нет. Блин, капец, ребята, Лёхи реально нету! Эй, Лёха! Блин, ребята, это капец, либо его монстр убил, либо еще что-то, я вот этого просто не понимаю! Паш, ну-ка, иди сюда! А, что такое? Что случилось? Ты его нашел? Нет. Смотри! Только не говори то, что он с обрыва упал, нет, смотри только... сюда! Что там такое? Ну-ка, я посмотрю, это... Так, я ничего не вижу. О, стой! Это там ламба! Это ламба? Стоп! Ну-ка, давай спускаемся, давай! Только как, блин, тут там... Чё, аккуратно? Ну, давай тогда вот тут вот аккуратненько спустимся. Ребят, мы нашли ламбу, Лёхи, так давайте спускаемся аккуратненько, так тихо-тихо. Главное, тихо. Упади тоже. Да, я не упаду, так... Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо! Ух, чуть не упал, вау. Так смотри! Она взорвана, ты посмотри! Реально! А где Лёха-то? А я не знаю, ну-ка, может он в машине, может он... Нет, слушай, в машине вроде пусто. Как никого нет. Капец какой-то! Тут записка! А чё? Стоп, записка? Какая еще записка? Подожди. О, реально какая-то записка! Ну-ка, давай посмотрим, так, что тут написано. Ой, слушай, тут кровью написано. Чё там? Мне холодно! Стоп, чё? Чё это за бред? Так, ребята, это... Смотри, ламба взорвалась, тепло должно быть! Я не знаю, это капец какой-то! Почему? Почему она упала с обрыва? Стоп. Антон, я, кажется, понял. На записке написано то, что мне холодно. Это получается он в этом зимнем городке, где все началось. Нет, нам придется поехать. Так что мы ждем? Поехали быстрей. Блин, слушай, это полный капец. А вдруг он в летней одежде? Он тут замерзнет, мне кажется, и все, конец, как бы, ты понимаешь? Реально, тут холоднее, чем раньше. О, боже мой, ты смотри, тут не заболеющую. Это ж просто жесть, ребята, какая-то. О, боже мой, слушай, это, если что, там наушники я тебе дал. Ой. Что за фигня? Что это было? Я не знаю, приборка сломалась, может. Короче, я тебе наушник дал, если что, по рации будем общаться с тобой, хорошо? Ты, если окей, что, окей. Связь тут нормальная. Так, ребят, ну реально надеюсь, что Леха, блин, он ну, в нормальной зимней одежде, реально, друзья, потому что тут очень жестко холодно, тут, наверное, минус 30 где-то за окном. И мне кажется, то, что если ты будешь в летней одежде, то тут ты просто замерзнешь. Ну, по-любому. О, боже мой, ребята, вот это кладбище, вот оно, мы к нему опять подъезжаем, и, ребята, надеюсь, что это все, это финал. Мы найдем Леху и больше вот никогда не вспомним про это кладбище. И не вернемся никогда. Да. Короче, Антон, так, давай, если что, короче, ты идешь осматривать двор, а я пойду в церковь. Если что, там это по рации сообщишь мне, если найдешь давай, Леху. Давай. О, боже мой, ладно, надеюсь, что он будет в этой церкви. Так, а давай, открывайся. Так, ребята, вот это ужасное кладбище. Так, ну-ка, тут у нас Лехи нету, никого нету. Антон, прием, ты слышишь меня? На связи. Да, на связи, так, все хорошо. Так, ну-ка, кстати, Антон, слышишь меня? Это, ты да, там Леху нашел? Нашел Леху или что? Ладно, так, ребят, давайте будем искать. Так, ну-ка, может, тут кто-то что-то... Нет, ничего нету. Так, ребят, давайте дальше посмотрим. Блин, какое ужасное тут место. Так. Ребята, гроб, ну-ка, может он в гробу, блин, ну это самое ужасное, ну-ка, и тут, так, ну, никого нету, блин, никого нету, Антон, эй, прием, у тебя что-то есть? У меня ничего нету. Я, мне кажется, кое-что нашел. А,
В смысле, так, а давай что? Давай быстрее сюда! Сюда? Так ладно, ребят, Антон что нашел, давайте выйдем! Выйдем, посмотрим! Так, где Антон, где? Так, Антон вроде как двор проверял. Эй, Антон! Ты где? Сюда. Ты, а, так, вроде как он вдалеке, блин, слышишь, так давайте. Антон, ты где вообще? Ты можешь показаться хотя бы? Блин, я его не вижу, ребята. Где Антон? Тут вообще нифига. А, во, вижу! Антоха! Антон! Я иду! Че такое? Че ты? Ты что-то нашел или что? Ты должен это видеть. Что тут такое? Это. Стоп, подожди, это ж могила. Стоп. Она же была, это, откопана, это, ее... Вот именно! Стоп, это, стоп, кто-то ее закопал, стоп, это что за бред? Подожди, ну а... Она свежая еще! Она, блин, ну, слушай, ее, наверное, недавно только закапывали. Блин, может там нет, стой, все, короче, Антон, давай уедем отсюда, все, я не хочу смотреть. Подожди, на это, ты, я... Подожди, может, ее раскопаем? Раскопаем, ты издеваешься? Нет, все, это финал, это ужасный конец. О, боже мой, ребят, я не хочу больше ничего говорить, ребят, все, пусть будет таким финал кладбища, блин, это самая ужасная история, ребята, все, выключай камеру. Да, ребята, вот такая вот бонусная серия кладбища. К сожалению, это реально уже все, последняя серия, это финал истории. И, ребята, чтобы ничего нельзя было изменить, просто вот все, был конец и жирная точка была поставлена в этой истории, мы взорвем это кладбище раз и навсегда! Антон, ты готов? Давай, на счет три. Давай закончим с этим. Ладно, раз, два, три, бам! И, в смысле, чё кнопка не работает? Давай, взрывайся! Чё не взрывается? Стоп, это какая-то фигня. Чё не взрывается? Алло! Фальшивка! Ну-ка, подожди, ну-ка, давай попытка номер давай, два, готов? Ну-ка, давай, ну, взрывай! Давай! Раз! Чё не взрывается? Два! Три! Ну! И чё? Не работает? Может, сильнее надо нажать? Воу, ты видишь? Взрывы начинают! Так, ребята, лучше газовать! Офигеть, ребят, Вы это видите? Это же просто капец какой-то! Это жесть, ребят. Ну это все. Это конец, ребята, данной истории, данного кладбища. О, боже мой, продолжение, ребята, просто не будет. Это просто, ребята, там атомный взрыв какой-то был. Короче, ребята, с вами был, как обычно, Паша Флейзин, Антон Товликс. Подписываемся на Антона, ссылка будет у него в описании. Всем удачи, всем пока, народ! Пока, друзья!